В Ереване сейчас появляется много новшеств. Их с собой везут переехавшие из России люди. Таковым, к примеру, является самобытный бренд одежды «Волчок». И самобытным его делает Василий Волчок, основатель бренда. Он рассказывает, что, являясь профеминистом, решил взять половину фамилии своей жены после того, как официально сменил фамилию на «Волчок». Лесе нравилась ее фамилия, и я понял, что нечестно как-то уничтожать ее фамилию и заменять мужской. Вот, поэтому это такой жест равноправия между нами. Сейчас Василий в Армении, ему здесь хорошо, и даже 40-градусная жара не пугает. Наоборот, он думает о том, как сам может помочь городу. Только мы приехали, мы сразу обсудили, что мы не хотим выглядеть как какие-то захватчики или пользователи. И поэтому нам нужно было аккуратно как-то, во-первых, изучить какие-то культурные коды, чтобы потом в дальнейшем их, внедрить, и поэтому здесь там полки из туфа, табличка из туфа. Нет задачи вгрызться и делать по-своему, хочется как бы плавно интегрироваться. И Армения отвечает ребятам взаимностью. Нравится то, что отмечают, и приятно, что в нас заказывают, там, например, с доставкой и дарят кому-то на день рождения. Вот по таким штукам я понимаю, что людям мы понравились местом. Василий начинал с того, что собирал винтажные вещи без какой-либо конкретной цели, но со временем он заинтересовался созданием одежды и захотел рассказать посредством дизайна историю. Его история получилась мрачной и оригинальной. Интересная одежда, я люблю стиль оверсайз, хотя несмотря на то, что я сейчас в платье. Честно, да, зимой это как бы моя любимая одежда. Купили бы что-нибудь отсюда? Да, вот мне вот такой свитшот понравился. Интересно очень, да, с джинсами прям самое оно, осеннее. Вообще нам нравится музыкальная эстетика, и мы часто пародируем, часто вдохновляемся такой мерчевостью. То есть мерч от групп – это довольно что-то простое, базовое, и есть какие-то там культурные коды у мерчевых вещей. Когда-то Василий сам рисовал принты и корректировал лекала, а сейчас бренду уже 8 лет, и у Василия есть целая команда, состоящая из разных специалистов, и вместе они стремятся сделать бренд интернациональным. Хочется быть мультикультурным и интернациональным брендом, но мы все равно как бы были созданы в России, и от этого бэкграунда не убежать. Но появилось ощущение, что мир нестабильный, небезопасный. В какой-то момент появилась четкая мысль о том, что если мы хотим оставаться мультикультурным проектом и интернациональным, то нам нужно куда-то частично релоцировать. Это чисто на уровне каких-то эмоций было. Мне кажется, Армения для этого одна из идеальных стран. Эдуард, продавец магазина «Волчок», рассказывает нам о том, какие позиции он рекомендовал бы. Привет, Адо. Привет. Слушай, а что бы ты мне рекомендовал? Я всем, независимо от чего-либо, рекомендую вот этот лонгслив, потому что он мой самый любимый. Я думаю, что он у нас единственный такой. Чудо наше. Да. Вот. Прекрасно. Еще и, например, Body Tribal. И вообще все можно, по-моему, так как у нас одежда unisex и оверсайз. Тогда я пошла ничего мерить. Сложного. Давай.